Итак, доброе утро, дорогие друзья. Мы продолжаем изучать Мишлей, притчи царя Соломона, Тора, которую получил Моше Рабейну на горе Синае от Бога, и в которой Бог рассказал нам, что делать, как делать, когда делать, зачем делать. Дал нам полную раскладку, как жить. Вот мы изучаем, стараемся понять, сконцентрированная мудрость царя Соломона. Шалом тем, кто в прямом эфире. Тем, кто будет смотреть потом в записи, тоже шалом. И портал Ваикра, там есть все, вот многие спрашивают, а где увидеть про старые уроки? То есть мы сейчас находимся уже 20 глава. Предыдущие уроки можно найти и увидеть совершенно спокойненько на сайте, именно на сайте Ваикра. Вы заходите на сайт Ваикра, и там совершенно спокойно можно найти... Все уроки. Можно найти все уроки на сайте Ваикра. Все. Итак, значит, мы находимся в 20 главе. Шалом из Биробиджана. Шалом из... Откуда у нас еще есть сейчас? Вот из Биробиджана мы остановились, да? Хорошо, друзья, все. Мы начинаем сегодня вовремя. И дошли мы до того, что... В четвертом отрывке 20 главы сказал нам царь Соломон, что ленивый, он зимой не пашет, а летом он спрашивает, а нету во время жатвы, нечего ему собрать, потому что все идет, вначале пашешь, потом через полгода собираешь урожай. Это очень важная, прям важнейшая идея, которую каждый умный человек должен понять. Вот, например, Яков Шатадин просит, чтобы мы сделали урок Лейлу Нишмат, это для поднятия души Лейб бен Ицхак. Значит, это человек ушел из этого мира. Как говорят в религиозной традиции, Аллах Леоламо. Он человек, когда умирает, он идет в свой мир. В какой свой мир он идет? Который он себе создал. То есть человек в жизни, он создает тот мир, в который он потом пойдет, его мир, он создает своими мыслями, своими знаниями, своими действиями, своими заповедями. И потомки, которые хотят украсить мир своих близких, которые ушли в духовный мир, они изучают Тору, делают заповеди с намерением отдать заслугу, как бы передать вот ту духовную силу, которую они создают, выполняя волю Всевышнего, передать своим близким, которые ушли в тот мир, да. И поэтому вот сейчас наш урок Лейлу Нишмат Леб бен Ицхак. Сейчас, секундочку, точно сейчас скажу, как, чтобы надо правильно сказать. Леб бен Ицхак, точно, все. Шалом, вот мой брат Михаил, тоже шалом, все. А мы изучаем сейчас 4 глава, значит, 20 глава, 4 отрывок мы закончили в тот раз. Я вот еще раз буду повторять, запомните этот принцип, прямо «Михорев ацель ло яхрош», «Зимы ленивые не пашет», и спросит он летом, а не будет. То есть это главный принцип, как раз даже человек живет, он не думает про свой духовный мир, не думает, что ему умирать когда-нибудь, да, он себе живет, типа все будет нормально. То есть он зимой не пашет, потом умер, а ему говорят, ну как же ты, жил же всю жизнь только для себя, только ты был эгоистом таким, заповеди Всевышнего не выполнял, делал, что хотел. Все, значит, пришло жатва, а нету. И он стоит там в духовном мире, и у него может там какой-нибудь маленькая какая-нибудь такая удельчик в грядущем мире, такой малепусенький. А другой, например, у него, он туда приходит, он здесь был такой, сидел, учил Тору, молился, делал добрые дела, помогал. И он туда приходит, у него там вообще просто настоящий рай. Хорошо. Сегодня мы находимся в 5 отрывке. Как говорил царь Соломон, что нер мицва, каждая заповедь это свеча, а Тора это свет. И вот чем больше ты получаешь Торы, тем у тебя больше духовного света, вот этого света божественного, который потом поднимает душу в высший мир. Так вот, говорит нам 5 отрывок в притчах царя Соломона. «Маем амутим эца белев иш».
Значит, дословно, глубокие воды, как в глубоких водах, эца это, сейчас мы разберемся, эца это совет дословно переводится. Глубокие воды, совет в сердце человека. Выиш твуна и длена. И человек, у которого есть твуна, это сообразительность, он ее вытащит. И длена это как вытаскивали воду из колодца. Значит, чтобы понять, что имел в виду царь Соломон, надо понять, вспомнить его другие отрывки. Он нам говорил, что работ махшевот белевиш, много мыслей в сердце человека, вы отца ташем, а совет Бога, как бы замысел Бога, совет переводят, решение Бога, и такум, это то, что установится и будет ему существование. Значит, и вот теперь он нам говорит, как этот совет Бога вытащить. Как вытащить совет Бога из вот этого множества мыслей. Значит, множество мыслей человека. Вот, например, я вчера услышал по радио случайно песню. Какая-то песня там вообще старая, с 90-х годов, радио ретро. Не хочу даже ее повторять сейчас, чтобы не укрепиться в ней. И она у меня сегодня проснулся, у меня эта песня звучит в голове. То есть она ко мне в голову когда-то попала в 90-е годы. Она у меня в сердце, в подсознании, она с 90-х годов очень закрепилась, эта песня. И вчера, когда я услышал по радио эту песню, она активизировалась. И теперь она у меня, эта песня, все время звучит и звучит, звучит и звучит. Понятно, да? Это как устроено сердце человека. То есть как глубокий, как тот же там Зигмунд Фрейд, он рассказывал, вот, что все в подсознании, все в детстве происходят разные события, и все это незакрытые гештальты, говорит Фриц Перлс, такой психолог. В общем, у человека внутри огромный такой мутный океан, просто океан мыслей в сердце человека. И этот океан мыслей, он крутится, и мысли всплывают на верхушку айсберга, это то, что человек осознает. 7 плюс-минус 2 мысли осознает человек. И у него сквозь его сознание проходят целый день какие-то мысли, которые всплывают из подсознания или заходят к нему извне. Вот я сейчас рассказываю, вам мысль заходит, но она внутрь не проходит. Почему она не проходит внутрь? Потому что закрыто, уже у человека переполнен этот океан. Ему, чтобы что-то внутрь новое попало, взрослому человеку, ему нужно приложить максимальные усилия. Это очень сложно запомнить новые вещи. И человек запоминает новое только если оно эмоционально его очень сильно трогает, или если он много раз повторяет. Сейчас урок Лилу Нишама Лейб Бен Ицхак, мы не можем много сразу, то есть сейчас вот именно ему идет вот эта заслуга от урока. А потом, например, если вы свяжетесь, Яков Шатадин, он вот это все организовывает, чтобы для поднятия души того, свяжитесь, пожалуйста, с Яковом Шатадиным, хорошо? Но мы всех должны утешить, но не можем мы делать и так, и так, и так. Хорошо, друзья, продолжаем. Итак, значит, мы сейчас разбираемся, что имеет в виду царь Соломон, когда говорит, что много мыслей в сердце человека, или здесь он говорит в 5 отрывке, что глубокие воды сердца человека, как колодец, и эца, вот этот вот то, что идет от Всевышнего, правильная вот эта вот идея, ведь человек все время выбирает. Вот каждый человек, он все время сидит и думает, как же мне жить-то? Как? Что для меня важно? Что правильно? То есть бывает, что человек не думает, он как бы бежит за какой-то от проблемы или за какой-то целью, но периодически каждый человек задумывается, а как мне жить-то? Или мне жить на автомате, или мне идти к какой-то цели, или мне как-то вообще глобально перестроить свою жизнь, или мне какие-то поменять убеждения, или, и так далее. То есть жизнь человека – это постоянное размышление и постоянный выбор. 5 отрывок, еще раз вернемся. Глубокие воды – это сердце человека. Майма мутим эца белевиш. И там в глубине есть вот этот вот совет, который от Бога. И человек твуна, человек сообразительный, он его вытащит, этот совет. Здесь очень интересно, сейчас есть такое очень модное течение в психологии, называется коучинг.
Коучинг, он базируется на том, что коуч, он задает вопросы человеку, и с помощью вопросов он как бы выкладывает, вытаскивает из вот этого глубокого колодца, а что для тебя важно, а как ты думаешь по этому поводу, а представь, а если ты это достиг. То есть коуч как бы он своими вопросами, он вытаскивает из сердца человека, вытаскивает и как бы выкладывает на стол, даже человек начинает осознавать, что для него важно, что он думает по этому поводу и так далее. Эта техника, она идет как раз от царя Соломона из притчи. И это еврейский способ восприятия и общения. Когда говорят, вот евреи задают, спрашивают вопросом на вопрос. Человек спрашивает, как мне пройти туда-то? А зачем вам это надо? А вам точно туда надо? А вы как вы будете идти, с какой скоростью? То есть с помощью вопросов есть возможность уточнить. И вот здесь как раз об этом методе написано в 5 отрывке 20 главы. Есть, можно сказать, как фундамент коучинга или эпиграф коучинга, да, такой, что человек сообразительный, сообразительный это тот, кто понимает вещь из вещи, тот, кто понимает причинно-следственные связи, он может вытащить. Потому что вот я уверен, что у многих сейчас есть такая ситуация, надо что-то решить. И ты сидишь и думаешь, как же мне решить? И все зависит от того, как ты спросишь, как ты глубоко туда зайдешь в это сердце свое и что-то оттуда вытащишь. Но что интересно, вытащить из сердца, из подсознания можно только то, что туда зашло. Только то, что туда зашло. То есть каждый человек наполнен мыслями, которые он принял извне. И каждый раз, когда ты получаешь новые мысли, новое влияние, то у тебя выходит соответственно, то есть твое внутреннее состояние поворачивается какой-то одной стороной. С тем поведешься, от того и наберешься. С одним поговорил, туда пошло. С другим поговорил, туда пошло. С пессимистом поговорил, все плохо. С оптимистом поговорил, все хорошо. Посмотрел новости, все плохо. Послушал какого-нибудь раввина, да, все хорошо. С одним разговариваешь, главное духовное. С другим разговариваешь, главное материальное. Понятно, да, идея? Значит, муж разумный – это тот, кто умеет анализировать. Муж разумный умеет анализировать рационально, и только рациональное мышление позволяет вытащить из колодца и проанализировать каждую мысль и понять, откуда она пришла и куда она ведет. Каждая мысль, она откуда-то появилась, у нее есть корни, и она куда-то ведет, у нее будут плоды. И разумный человек, вот тот, у кого есть вот это качество бина, причинно-следственные связи, он задает вопрос, откуда эта идея пришла, кто сказал, что это так. На любое правило, на любое убеждение можно задать вопрос, кто это говорит, откуда, откуда корни, то есть кто сказал, что надо делать так. Ну это все знают, кто все, откуда все знают и так далее, то есть... Теперь, а что будет, если я сделаю так? И вот тут нужно связать с четвертым отрывком. И четвертый отрывок нам говорил, что с зимы не пашет лентяй, а летом не будет что кушать. И нужно увидеть не только первое последствие, первые плоды любой мысли, а нужно постараться еще увидеть второе последствие, третье последствие и четвертое последствие. Понятно, да? Хорошо. Это мы разобрались, попытались разобраться с пятым отрывком. И переходим в шестой отрывок. Шестой отрывок очень полезный для понимания вообще вот, мотивов людей, мотивы людей. Говорит нам царь Соломон в шестом отрывке следующее. Он говорит так. «Рав Адам икра иш хаздо». Значит, многие люди называются... милосердными. Человек добрый. Значит, многие люди дословно называются милосердными. «Ваиш эмуним миимса», спрашивает царь Соломон. А человек, верный своему слову, эмуним это как бы доверенный, да, которому можно доверять. Кто его найдет? Значит, есть много людей, которые добрые или называются добрыми. Тут используется такой оборот. Много людей называются людьми добрыми. То есть, сейчас мы разберемся, почему именно так использует царь Соломон, вот это слово называются людьми добрыми, а человека
доверенного, эмуним это как эмуна верного, доверенного, мимца, он говорит, такого-то, кто найдет? Значит, здесь есть такой комментарий Малбим, он говорит следующую вещь, он говорит, большинство людей, он даже использует слово «все», не «большинство», «все», они действуют, исходя из личного интереса. То есть человек, он не может не действовать без личного интереса. То есть каждый человек в любом своем решении, он так устроен, что даже когда он делает милосердие для других людей, то у большинства людей есть в этом личный интерес. Они хотят, чтобы их называли добрыми. То есть большинство, например, благотворительности в мире, большинство, я говорю, делается очень с ярким таким персумом, с яркой рекламой. То есть, да, вот я пожертвовал, вот доска, вот эти благотворители. Я сейчас слушал биографию Арнольда Шварценеггера, автобиографию, и он говорит, вот у меня приходило, когда он уже стал известным, мистер Олимпия, начал в кино сниматься, его приглашали очень много выступать на благотворительных разных общественных мероприятиях. И вот он говорит, я сижу, просматриваю почту, и вот вижу, что меня приглашают выступить перед дети ненормальные, да, ненормальные, специальные дети, это называется таким термином, больные, ментально больные, ученые хотят изучить в одном университете, изучить, как влияет культуризм и занятия физической деятельностью на их развитие. И они меня пригласили, чтобы я для них провел как бы исследование, программу такую провел. И меня приглашает институт такой-то, и подпись письма Кеннеди, Джетти Кеннеди, которая Анасис потом стала, жена Кеннеди. И он говорит, о, я же хочу с ними сблизиться, с этой семьей Кеннеди, мне нравится, я поеду. То есть он, с одной стороны, он едет действительно помогать детям, но с другой стороны, если бы там не было это письмо подписано Кеннеди, он бы не поехал бы туда. То есть он именно ехал, потому что он хотел быть ближе к семье Кеннеди. Он говорит, я очень разочаровался, когда узнал, что это не та Кеннеди, что Кеннеди же не обязательно они к этой семье. Он ошибся, это была не та Кеннеди. Значит, это как раз об этом говорил царь Соломон, что многие люди называются людьми добрыми, и они даже иногда в своих глазах добрые, тем более в глазах других людей добрые. Но человека по-настоящему, который делает это во имя небес, во имя других людей, который абсолютно бескорыстный в своих интересах, такого человека царь Соломон спрашивал, кто найдет такого человека? Где такие люди есть, которые могут действительно отойти полностью от своих личных интересов? Я вспоминаю такую известную историю, как рассказывают ее, кстати, про разных раввинов. Я слышал ее и про Виленского Гаона, и про Бааль Шем Това. Но я расскажу про Бааль Шем Това вариант. Значит, был такой великий Бааль Шем Това, великий праведник, великий раввин, мудрец, основатель хасидизма. И он, Бааль Шем Това, он обладал Бааль Шем Това, хозяин доброго имени, он обладал очень большой силой в благословениях, он мог... Там он был чуть-чуть выше, чем реальность, да, в принятом понимании. И вот Бааль Шем Това, как-то он хотел поехать на Песах в Израиль. И в то время он жил в 1700 каком-то году, в то время доехать до Израиля, это были месяцы путешествия, нужно было доплыть вначале до Стамбула, потом в Стамбуле ждать, потом из Стамбула плыть в Израиль. И так получилось, что его путешествие было очень сложным, до Стамбула он добрался, до Израиля он так и не смог добраться, и на Песах он был в Стамбуле. И на Песах он остановился в одной еврейской такой семье, это была очень богатая семья, но у них не было детей, то есть все у них было, а детей не было. И они уже были в таком возрасте приличном, когда уже дети, они уже отчаялись, что у них будут дети. И на Песах Бааль Шем Това остался у них дома, и... После праздника он им говорит, давайте я вам дам благословение, на что вас благословить? Они говорят, а на что нас благословить? У нас все есть, а детей у нас уже не будет. То есть все у нас есть, спасибо, нам ничего не надо. Теперь Бааль Шем Това закрыл глаза, постоял, послушал
И им говорит, я вам даю благословение, что у вас в, значит, у вас на следующий год родится ребенок, у вас будут дети. Все, благословил он их и опять закрыл глаза, постоял и начал танцевать и радоваться. Они говорят, а что, расскажите, что случилось? Он говорит, у вас действительно первый раз я увидел, что у вас не должно быть детей, но я решил отдать все свои заслуги и весь свой ламаба, грядущий мир, и все, что я за жизнь заработал, и попросить у Всевышнего, чтобы в заслугу этого он изменил вот это вот постановление небесное, и чтобы у вас были дети. И я все это отдал. И на небе, значит, на небе перевернулась там какая-то реальность, и, значит, получилось, что есть такой закон, цадик, когда сказал, Всевышний выполняет. Праведник, который всю жизнь жертвует своими интересами ради Всевышнего, когда он просит что-то у Бога, есть этому невероятная сила. И начал я радоваться, потому что есть такая мишна в Перке Авот, в которой сказал... Антигнос Ишсоха был такой мудрец, и он сказал, не будьте как рабы, которые служат господину ради получения награды, а будьте как рабы, которые служат господину не для получения награды. И пусть будет страх перед небесами на вас. То есть был такой вот раввин, и он говорил, что служите Богу не как рабы, которые хотят получить награду, а служите как рабы, которые служат не для того, чтобы получать награду. И пусть будет страх перед Богом на вас. Он говорит, но я же всегда у меня была вот эта мысль, что бы я ни делал, как бы я ни выполнял заповеди, как бы я ни помогал ближним, какое бы добро я ни делал, но у меня все время была задняя мысль, что я это делаю для себя, для того, чтобы получить награду, и потом-то мне Бог даст награду. Это одна из основ веры. Одна из основ веры, что Бог за действие, за выполнение заповедей дает награду, а за нарушение дает наказание. То есть это система. Это одна из основ веры в Бога. И он говорит, что я решил вот отдать все свои заслуги, и теперь, значит, из-за того, что я отдал все свои заслуги, из-за того, что я изменил реальность, на небе раздался Батколь, небесный голос, который сказал, Бааль Шем Тов лишается своей доли в грядущем мире, у него ничего не будет, никакой награды, лишается доли в грядущем мире. И я начал радоваться, что теперь я буду служить Богу искренне, не ожидая награду. И он говорит, но когда я начал радоваться и прыгать, и радоваться, что теперь я буду служить Богу без награды, раздался небесный голос и сказал, что Бааль Шем Тову возвращается его награда за вот этот вот поступок, когда он... Ну, то есть это высшая форма служить Всевышнему, помогать людям выполнять заповеди во имя небес, просто во имя любви к Богу, а не во имя, чтобы получить награду, чтобы люди тебя похвалили, чтобы тебе сказали спасибо и так далее. Вот, это такой принцип нам открыл царь Соломон в 6-м отрывке, что многие люди называются людьми милосердными, называются. Тут, кстати, есть еще один комментарий, что те, кто считают, что делают милосердие, не всегда делают милосердие. Сегодня я видел целый большой был такой спор, надо ли было на мэрии Тель-Авива делать ливанский флаг, когда Ливан, была ливанская война, и когда, ну, то есть, многие говорят, что нет, не надо было флаг, это был перебор. Ну да, мы сочувствуем, да, это мы сочувствуем, но это как, если бы сейчас, там, это как война, да, которая два раза или три была ливанская война, и она до сих пор не остановилась. И является ли это милосердием по отношению к Ливану разместить флаг Ливана, когда есть солдаты, родители тех, которые погибли в этой войне, которые до сих пор там находятся беженцами, много очень ливанцев, которые ушли вместе с Израилем в Израиль, и они, для них это как предательство Израиля, их интересов. В общем, милосердие, когда человек сам решает, что такое милосердие, что такое добро, не всегда он может правильно решить и правильно сделать то, что он делает, не всегда милосердие. А если он делает, то у него вторая сложность, что он это делает ради себя. А вот есть такие люди ишимуним, то есть люди действительно преданные Богу, но, говорит царь Соломон, где таких найти?
И даже я вам так скажу, что вот мы делаем Ваикра, портал, уроки. Я, например, уверен, я чувствую, что все те люди, которые начинают изучать Тору, у них жизнь улучшается. И есть награда за заповеди, я вижу это, я верю в это. И есть наказание за преступление, тоже я вижу это, верю в это. И поэтому давайте больше изучать Торы, делать заповеди и знать, что Всевышний дает награду всем, кто его слушается и выполняет его волю. Все, всем хорошего дня, удачи, успехов. Напишите, пожалуйста, свои выводы и поделитесь выводами со своими друзьями. Тот, кто учит и повторяет, он похож на того, кто сеет и соберет урожай. А тот, кто просто изучает, но не повторяет, похож на того, кто сеет и не собирает урожай. Все, поэтому повторяем, делимся, обсуждаем и делаем все, что Всевышний сказал делать, делаем. Все, удачи, успехов, хорошего дня.